Здравствуйте, мы многодетная семья из города Днепр. У меня трое деток. Старшей дочке 17 будет в этом месяце. Среднему ее зовут Анастасия. Среднему сыну 9 лет. Его зовут Богдан. И самому меньшему Тимофею ему 1 год и 4. Мы никуда не уезжали. Мы живем там, где жили до начала войны. В начале войны мы ездили в Болгарию. Ну, там было очень тяжело. Мы пробыли 2 месяца, так как мы приехали вообще без ничего. Там очень мало было какой-то помощи. Мы жили очень в таком далеком городке, в котором население 500 человек. И до ближайшего населенного пункта было 60 километров, где можно было получить какую-то гуманитарную помощь. Поэтому нам было очень тяжело, и поэтому мы вернулись домой. Сейчас в нашей области, в нашем городе, школы не работают. Вот. И дети занимаются онлайн. У среднего сына есть проблемы со зрением, он был в очках. Недавно нам сняли очки для наблюдения за зрением, как она себя поведет. Ребенок сейчас учится на телефоне. Экран очень маленький, и поэтому могут вернуться опять такие же проблемы со зрением. Самый страшный день, который у нас был, это было 10 октября, когда у нас было очень-очень много взрывов. У нас стекла так дребезжали. Дети очень испугались. Мы очень надеемся на вашу помощь. Будем очень благодарны.